качели, горки, песочницы, чего только нет на детских площадках. Даже для любителей спорта здесь поставлены специальные тренажеры, на которых прямо под открытым небом можно позаниматься фитнесом. Все площадки в городе Видное не похожи друг на друга. Каждая обустроена так, чтобы не только самые маленькие жители, но и их родители могли найти себе место для отдыха. Комиссия по ЖКХ, благоустройству и дорожному хозяйству городского поселения тщательно следит за комфортным проживанием видновчан. Безопасность оставляет желать лучшего, поэтому мы тщательно контролируем этот процесс. Ходим, как вот депутатский корпус, сами изучаем все на местности, даем какие-то рекомендации бюджетным нашим учреждениям, где что в оперативном порядке надо решить. А во вторую очередь, это, конечно, комфортная среда, чтобы люди чувствовали себя уверенно, приходили, занимались, общались, встречались. То есть это же такое общественное пространство и для мам, и для детей. Благоустройство Ленинского района находится под особым контролем главы Валерия Венцеля. Ежедневно во всем муниципалитете проводится облагораживание разных дворовых территорий. В этот раз плановые работы состоялись на школьной улице города Видное. Есть площадки 80-х годов, 90-х годов, 2000-х годов. И понятно, что они пользуются большой популярностью у детей различного возраста и постепенно приходят в негодность. Вот чтобы они были красивыми, чтобы они были безопасными, чтобы они были всегда убранными и соответствовали всем необходимым требованиям. На дворовой территории между домами 47 и 49 рабочие скосили траву, спилили сухие деревья и провели замену некоторых участков резинового покрытия. Рабочие заходят по необходимости практически в каждый двор. И где-то что-то ремонтируется, подкрашивается, либо меняются элементы, либо меняется покрытие. Вот эти все ремонты на площадках, замена элементов, они абсолютно всегда согласовываются с местными жителями. Компания «Дорсервис» пообещала, что сделает все возможное для комфортного проживания жителей Ленинского района. И очередь дойдет абсолютно до каждого двора. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.